расскажите, ребят, чем вы зимой занимаетесь? Катаемся на ледянках. А на лыжах где катаешься? В чемоданове. Где? В Чемодурове. А на коньках катаетесь? Нет, мы не умеем. Нет. Будешь учиться? Да, если подрасту. У нас очень занимательный опрос про зимний отдых. Вы скажите, вы занимаетесь зимой каким-нибудь видом спорта? Нет, к сожалению. Чем зимой себя развлекать? Ну, наверное, как и все, кататься на коньках, заниматься спортивными какими-то, спортивными играми, там, играть в снежки, лепить снеговиков, что обычно зимой делают. А вы обычно какому виду спорта себя посвящаете зимнему? А я не посвящаю себя никакому виду спорта, я не люблю это, и, честно говоря, я особо зиму не люблю. Весь это мороз, и я люблю сидеть дома. Вот зимой как отдыхаете? Никак, дома. Не отдыхаем зимой. Работаете? Работа. Ну, а про зимние виды отдыха у нас просто опрос хотела спросить. На коньках, может, на лыжах что-то такое? Ну, на сноубордах бывает, катаемся, как это, в Чулково. Угу. Бывает, туда выезжаем, раз-два за зиму, угу. И все.